Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Фарилоя. В каждый день Святого Николая, в Рождество или Новый год мы хотим порадовать наших близких интересным или вкусненьким. Сегодня я хочу вам показать, как связать чудесного снеговичка из банки с вкусняшками крючком. Высота снеговика вместе с банкой около 27 сантиметров. Отличная идея для оригинального и необычного подарочка. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Для того, чтобы связать такую игрушку, нам понадобится белая пряжа, темно-фиолетовый цвет, светло-фиолетовый цвет, оранжевая пряжа, тонкая черная нить, две снежинки, пуговицы 8-9 мм, холофайбер, горячий клей, мягкая пряжа Alize Softi, стеклянная банка 500 или 750 миллилитров. Вязать игрушку я буду крючком 1,75. Вяжем голову кольцо мигуруми, 6 столбиков кольцо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительный столбик. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Прибавка это 2 столбика в одну дырочку. 1 прибавка. 2 прибавка, 3, 4, 5, 6. Третий ряд столбик прибавка 6 раз, 18 столбиков в ряду. Столбик, прибавка, 1, столбик, прибавка, 2, столбик, прибавка, 3, и так еще 3 раза. Четвертый ряд, 2 столбика прибавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И так до конца ряда. Пятый ряд. 3 столбика прибавка. 6 раз. 30 столбиков в ряду. 1, 2, 3 прибавка. 1, 2, 3, прибавка, 1, 2,
3, прибавка, и так до конца ряда. Шестой ряд. 4 столбика прибавка. 6 раз. 36 столбиков в ряду. Раз. Два. Три. Четыре. Прибавка. Раз. Два. Три, четыре, прибавка. И так еще 4 раза. Седьмой ряд. 5 столбиков прибавка. 6 раз. 42 столбика в ряду. Раз, два, три. 4, 5, прибавка, раз, два, три, 4, 5, прибавка, продолжаем. Восьмой ряд. 6 столбиков прибавка. 6 раз. 48 столбиков в ряду. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Прибавка. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, прибавка, и так до конца ряда. Девятый ряд. 7 столбиков прибавка, 6 раз, 54 столбика в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прибавка. И так до конца ряда. Десятый ряд. 8 столбиков прибавка. 6 раз. 60 столбиков в ряду. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Прибавка. Продолжаем. С 11 по 21 ряд вяжем 60 столбиков без накида. Довязали. 22 ряд. 8 столбиков убавка. 6 раз. 54 столбика в ряду. Раз. Два. Три, четыре,
5, 6, 7, 8, убавка. И так до конца ряда. Двадцать третий ряд, 7 столбиков, убавка, 6 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Убавка. Итак, еще 4 раза. Двадцать четвертый ряд. 6 столбиков, убавка, 6 раз, 42 столбика в ряду. Раз, два, три, 4, 5, 6, убавка, раз, два, три, 4, 5, 6, убавка, и так до конца ряда. 25-й ряд, 5 столбиков, убавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду. Раз, два, три, 4, 5, убавка. Раз, два, три, 4, 5, убавка. Продолжаем. 26-й ряд, 4 столбика, убавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду. Раз, два, 3, 4, убавка. Раз, два, 3, 4, убавка. И так до конца ряда. 27-й ряд, 3 столбика, убавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три, убавка. Продолжаем. 28-й ряд, 2 столбика, убавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду. Раз, два, убавка.
Раз, два, убавка. И так еще 4 раза. Двадцать девятый ряд, столбик убавка, 6 раз, 12 столбиков в ряду, столбик, убавка, раз, столбик, убавка, 2, и так еще 4 раза. Тридцатый ряд, 6 убавок. Вот такая у нас голова. Вяжем морковку кольцо амигуруми, 6 столбиков кольцо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительный столбик. Второй ряд, прибавка, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4. 5, 7 столбиков в ряду. Третий ряд. Прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 столбиков в ряду. Четвертый ряд. Прибавка. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 столбиков в ряду. Пятый ряд. Прибавка, 8 столбиков без накида, 10 столбиков в ряду. Шестой ряд. Прибавка, 9 столбиков без накида. 11 столбиков в ряду.
Оставляем ниточку для сшивания. Вот такая у нас морковка. Вяжем основу для крышки. Я расскажу, как свяжете эти ряды самостоятельно. Первый ряд 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Третий ряд столбик, прибавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд 2 столбика, прибавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. Пятый ряд 3 столбика, прибавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду. Шестой ряд 4 столбика, прибавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду. Седьмой ряд 5 столбиков, прибавка, 6 раз, 42 столбика в ряду. Восьмой ряд 6 столбиков, прибавка, 6 раз, 48 столбиков в ряду. Девятый ряд 7 столбиков, прибавка, 6 раз, 54 столбика в ряду. Десятый ряд 8 столбиков, прибавка, 6 раз, 60 столбиков в ряду. Одиннадцатый ряд 9 столбиков, прибавка, 6 раз, 66 столбиков в ряду. Эти ряды довяжите самостоятельно. И теперь вяжем с 12 по 18 ряд 66 столбиков без накида. Столбик, столбик. Вот так у нас получается. Если вам основа будет мала, добавьте ряд. Вот так. Вяжем руки кольцо амигуруми. 6 столбиков кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительный столбик. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. 1 прибавка. 2 прибавка. 3, 4, 5 и 6-я прибавочка. Третий ряд столбик, прибавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду. Столбик, прибавка, на раз, столбик, прибавка, 2, столбик, прибавка, 3, и так еще 3 раза. С 4 по 7 ряд вяжем 18 столбиков без накида. Столбик, столбик. Довязали. Меняем нить. Берем пушистую. Восьмой, девятый ряд, 18 столбиков без накида. Продолжаем.
меняем нить. С 10 по 37 ряд вяжем 18 столбиков без накида. Наполняем рукавичку холофайбером. Складываем руку пополам и провязываем за две стороны 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такая у нас рука таких ручек. Нам надо 2 штучки. Я вторую руку уже подготовила. Вяжем шапку, кольцо амигуруми, 6 столбиков кольцо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительный столбик. Второй ряд, 6 прибавок, 12 столбиков в ряду, 1 прибавка, 2 прибавка, 3, 4, 5 и 6 прибавочка. Третий ряд, столбик прибавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду, столбик прибавка, 1, столбик прибавка, 2, столбик прибавка, 3, и так еще 3 раза. Четвертый ряд, 2 столбика прибавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И так до конца ряда. Пятый ряд, 3 столбика прибавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду. 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, продолжаем. Последний столбик не провязываем, меняем нить. Шестой ряд, 30 столбиков без накида. В
фиолетовую, светло-фиолетовую ниточку не обрезаем. Продолжаем. Седьмой ряд, 4 столбика прибавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду. Раз, два, три, четыре, прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. И так еще 4 раза. Последний столбик не провязываем, меняем нить. Восьмой ряд, 36 столбиков без накида. Девятый ряд. 5 столбиков прибавка. 6 раз. 42 столбика в ряду. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Прибавка. Раз. Два. Три, четыре, пять, прибавка. Итак, еще 4 раза. Десятый ряд. 42 столбика без накида. Одиннадцатый ряд, 6 столбиков прибавка, 6 раз, 48 столбиков в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, прибавка. Продолжаем. Двенадцатый ряд. 7 столбиков прибавка, 6 раз, 54 столбика в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прибавка. И так до конца ряда. Меняем нить. Тринадцатый ряд, 8 столбиков прибавка, 6 раз, 60 столбиков в ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, прибавка. Продолжаем. Четырнадцатый ряд. 60 столбиков без накида. Меняем нить.
Довязали. Берем пушистую пряжу. С 17 по 25 ряд у нас вяжем 60 столбиков без накида. Продолжаем. Вот такая у нас шапочка. Вяжем бубон. 16 воздушных петли. С третьей петли от крючка вяжем 14 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. И так еще 10 раз. Две воздушных петли. Раз, два. Переворачиваем вязание. Со второго по восьмой ряд вяжем 14 столбиков с накидом. Между рядами делаем 2 воздушные петли подъема. Эти ряды довяжите самостоятельно. Вот так у нас получается. Теперь берем нить и оформляем бубончик по кругу. Прячем уголки. Берем холофайбер. И связываем. Эту ниточку я оставлю для сшивания. Вот такой у нас бубончик. Вяжем воротник. Шестнадцать воздушных петли. Будем вязать столбиками с накидом. С третьей петли вяжем 14 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. И так до конца ряда.
3 воздушных петли. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. Второй ряд, 14 столбиков с накидом. Будем вязать в эти петли. Раз. 2, 3. И так еще 11 раз. Довязали 3 воздушных петли, переворачиваем вязание. И так дальше продолжаем вязать с 3 по 30 ряд. 14 столбиков с накидом. Между рядами делаем 3 воздушные петли подъема. Продолжаем. Вот так у нас получается. Оставила ниточку для сшивания. Все детальки у нас готовы. Начинаем сборку. Теперь будем оформлять голову. Берем морковку. Намечаем, где она у нас будет. Вот этой дырочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Между 12 и 13 рядом верхний край морковки. Пришиваем. Теперь пришиваем глаза. Отступаем от морковки 2 ряда. Между глазами у нас получается 6, 7 столбиков. Вышиваем ресницы. Берем голову, шапочку, немножко холофайбера. Одеваем. Намечаем. И на переходе цветов пришиваем шапочку к голове. Вот так.
При желании можете вышить снежинки. Берем основу, крышечку. И приклеиваем. Вот так. Берем руки. И приклеиваем. У кого нет клея, можете пришить. Берем голову намечаем, где мы хотим, чтобы голова стояла. Приклеиваем. Пока отставляем в сторону. Сшиваем воротник. Теперь берем снеговика, одеваем воротник, и пришиваем. Кто не хочет пришивать, можете приклеить. Я думаю, что пришить будет интереснее. Вот так. Берем бубон. Намечаем так, чтобы его было вот так видно. Пришиваем.